Всем доброе утро, всем здравствуйте. Для тех, кто меня еще не знает, меня зовут Ирина. Я живу в Казахстане, город Караганда. И снимаю влоги о своей личной жизни. Сегодня у нас в Караганде очень большой праздник, День шахтера. Я хочу поздравить всех шахтеров с этим великим праздником. Дай Бог им здоровья и мирного неба над головой. И больших-больших зарплат за их адский труд. Мы с Дакеном приехали в центральный парк. Вот только подъехали, он паркуется. Сейчас пойдем посмотрим, как проходят гуляния. Я сама никогда не была, так как мы живем всего второй год в этом городе. Никогда я не была и не видела, как проходят эти мероприятия. Так что мне также будет интересно, как и вам, посмотреть, как гуляют шахтеры. Пойдемте. Очень много народу, но это мы только еще заходим. Уже видим, что очень много народу. Хорошо, что сегодня хорошая погода. Ни дождя, ни ветра. Как по заказу, в общем. У меня уже первая остановочка. Взяла себе кофе. Как вы же знаете, я сильная кофемамка. Не могу пройти кофе, тем более с автомата. Очень вкусный кофе латте взяла себе. Такой стаканчик 250 тенге. Дорогие шахтеры, поздравляю всех вас с сегодняшним праздником. Желаю успехов в работе и здоровья главное. Давайте. Всех с праздником! Идем дальше, будем смотреть. Тут говорят, концерт будет. Уже были какие-то соревнования с утра, но мы не успели. Работают карусели. В общем, сами сейчас все увидите. Кто кофе, а кто мороженое. Пока просто гуляем, ждем, может быть, где-то концерт будет. Пока мы еще обходим все владения. Не знаем, где что есть, но народу очень-очень много. Видите, вот здесь тренажеры есть бесплатные. Вон, там обычно бывает. Это вечерами, наверное, сюда молодежь приходит, может заниматься. Я так думаю. Хорошо сделали, да? Потому что очень многие вечером сюда ходят гулять, я знаю. Вот молодежь идет уже заниматься. Вот еще стоят. Тут какая-то юрта стоит, наверное, тоже что-то в ней есть. Такая юрта читальная, там можно читать, наверное, что-то с шахтерами связано, я так думаю. Ну, вот здесь обычно большая сцена, ну ничего. На каждом шагу стоят вот эти вот автоматы мои любимые. Тоже 250 тенге. Ну, стаканчик маленький. Ну, как раз я большой никогда не допиваю. Очень удобно, между прочим. Вот большая сцена. Ну, аппаратура все стоит, значит, что-то будет здесь. Да, да, да. Вот, смотри, вот эти бедные люди до утра дежурят. Пожарные. Значит, будет. Только надо узнать, когда. Во сколько начало. Может быть, даже вечером. Потому что вечером здесь тоже гуляния будут какие-нибудь. Смотрите, какой красивый вид отсюда, да? Сейчас немножко увеличу. Красота. А вот там уже вода, все катаются на воде. Сейчас пойдем поближе, посмотрим. Смотрите, какая красотища. Хоть уже и осень, но все равно вон все на воде. Не надо, пойдем. Посуду не достанешь.
вот здесь придумали такой этот памятник. Видите, можно фотографироваться. Прикольненько. А ты тяна туда. Давайте, раз, два, три. Она улыбается. Сюда втыкает, да? Я все любуюсь. Везде продают мороженое, пирожное, вода везде стоит на каждом шагу. Всякие игрушки детские, безделушки. Все-все продают. Можно где разгуляться. Сюда, мне кажется, с детьми, если пойти, можно с пустым кошельком уйти отсюда. Я сама на все игрушки смотрю и говорю, хоть себе покупай, да играйся. Очень красивые сейчас игрушки делают. Сейчас мы тоже поедем кататься на воде. Одевай. Нам разрешили на выбор выбирать жилеты, какие мы хотим. Ну, мы первый попавшийся взяли. Идем. Мне, конечно, страшновато, но куда деваться? В жизни надо все попробовать. Видите, какие авто? Наша вон та сиреневенькая будет. Фиолетовая наша. Видите, какой здесь пол? Вот такие есть. Ну, мы взяли себе самую крутую тачку. 3000 полчаса. Все, мы плывем. В прошлый раз мама все хотела попробовать. Фу, не мама, тетя Таня. А мы отказались, а сегодня что-то решились. Тут, оказывается, надо крутить педали. Я-то думала, сел и все. А мы времени засекли или ты засек? Нет, 30. Короче, 2 времени. Ну, вода здесь очень вся такая нехорошая. Какая-то трава здесь, сейчас покажу вам. В общем, купаться здесь, мне кажется, вообще нельзя. И мне кажется, даже буксует вот это, да? Из-за этой травы. Сейчас покажу, какая здесь вода. Смотрите, видите? Какие-то как водоросли, не водоросли, не знаю. И вот мне кажется, что даже мешает плавать. Ну, а так, конечно, здорово. В парке нигде не разрешают курить, так он здесь балдеет. Здесь-то можно покурить. Красота, надо было вот сюда кофе брать с собой, а не на лавочке пить. С молодежь вон некоторые пиво даже пьют, сидят. Чайки прямо так по воде, прямо вот здесь рядом, плавают себе, но я не успела. Сейчас поплывем поближе к чайкам, может быть, удастся заснять. Надо еще увеличить, вот так. Не боятся, их, видимо, здесь еще и прикармливают. Это мы без ничего. Ага.
Ага, не боятся, вообще не боятся. Ага. Там уже где-то слышно музыка, может быть, концерт какой-то начался. Сейчас покатаемся, пойдем смотреть. Там две сцены, и обои были оборудованы. Все стояло их не там прибамбасы. На одном девчонки какие-то репетировали. Наверное, будет сейчас что-то. Должно быть, они же как-то должны делиться, да? Утром, вечером и в обед, потому что люди же целый день здесь. Не будут же они утром прийти и ждать до вечера концерта, я так думаю. Скорость 60 км в час, мы сильно не гоняем, соблюдаем все правила, чтобы не пугать чаек и остальных, как это сказать, водителей с пассажирами. А куда он нам сказал не заплывать? На какой-то остров? Что за остров? Там остров есть? Да, туда заходить. А вот это что, буёк какой-то или что это? Вот это синее, смотри. Это что такое? Вот чайка сидит на нем, смотри. Ну, буйки вон там лучше стоят, чтобы люди далеко не заплывали. Сейчас не плавают, или нет. Вот видите, какая здесь тина или что это, не знаю. Это катер. Да, там катера вдали. А вон там мостик, это куда идет? Это речка сюда втекает. Спасатели туда-сюда проверяют, катаются, чтобы все нормально было. Не знаю, видно, нет? Ну, думаю, что видно. В общем, все цивильно, все хорошо. Наши полчаса подошли к концу. Мы подплываем к берегу. Все, не успели оглянуться, наше время кончилось. А здесь так пахнет шашлыками. Сейчас, наверное, пойдем кушать. Прям я уже не могу этот аромат вдыхать. Такен смеется надо мной. Но если я не могу, какое мне мороженое? Я шашлык хочу. Все, вот наш бережок уже, все. Все, идем теперь ищем, где нам покушать. Шашлыком пахнет на весь парк. Я уже просто не могу. Такен смеется. Говорит, не успели приехать, ты уже хочешь шашлык. Но как его можно не хотеть? Аромат стоит на весь парк. Какое тут мороженое, когда шашлык хочется. Вот на горизонте у нас какая-то кафешка. Шахзода называется. Да, правильно? Шахзода? Или Шахзода? Шахзода. 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 Ну, зайдем сюда. Не так уж много здесь народу. Хотя есть народ. А там вообще все забито битком. Ну, да, да, пойдем. Сейчас узнаем, что у них здесь есть. Сделали мы заказ. Заказали две баранины и квас. По-скромному сейчас перекусим. Народу здесь, оказывается, немало. Я думала, здесь мало народу, но тоже почти все столы заняты. Дакен, конечно, хотел бы пивка, но он за рулем. Будем квас пить. Сижу, жду. Слюнки глотаем. А шашлык еще долго ждать? 5 минут. Пронесли нам приборы. 7 минут у нас сказано. Вот такой соус. Лепешка, квас мы заказали. Ну и две баранины. Огурцы, помидоры мы дома наелись. Предвкушение. Всем привет.
приятного аппетита, кто будет кушать вместе с нами. Сегодня пол караганды. Нет, наверное, вся караганда будет кушать шашлыки. Кто-то дома, кто-то на природе, кто-то в кафе, кто-то в парке, как мы. В общем, всех еще раз с праздником, всем приятного аппетита. Вот нам принесли счет 6105. Это для тех, кто любит сравнивать цены. Все, наелись, сидим довольны, как слоны. Дакен испачкал всю свою футболку мороженым. У него вот здесь все в пятнах. И не знаю теперь, как мы эти пятна теперь отстираем. Все, мы слишком рано приехали. Надо было либо с утра пораньше, либо вечером попозже. Потому что вся массовка будет вечером. Сейчас еще посмотрим аттракционы какие-нибудь. Ну, кататься не будем. Дакен меня соблазняет опять на чертовое колесо. Нет, я не хочу. Сейчас посмотрим, может быть, что-нибудь вам покажем. Да и домой уже, наверное, поедем. Вся наша гуляния. Как детки там кувыркаются. А я вот на том паровозике прокатилась. Дакен ругается. Говорит, не надо. Вот сюда меня зовет. Я не хочу. А вот еще какой-то интересный аттракцион. Но это тоже страшно здесь. Где-то музыка, мы идем на музыку. Может быть, там концерт? А вот и концерт! Концерт закончился, но все равно атмосфера очень праздничная, нигде нет пьяных, все цивильно. Вот мы даже были в кафе, кое-кто пил пиво, но все равно все очень цивильно, все прям хорошо, мне нравится. Смотрите, какой я нашла аттракцион, боже мой. Видите, она еще и крутится. Ужас, ужас. Вы представляете? Одна молодежь сидит. Конечно, кто взрослый туда сядет? Интересно, как они оттуда будут выходить, как пьяные? А вон ждут, веселятся, в свою очередь, молодежь. Вот такой выходной мы себе сегодня устроили. Получили кучу положительных эмоций. Зарядились позитивом, так сказать. Сейчас еще с часочек погуляем и поедем уже домой.
Концерт, наверное, который мы ждем, он все-таки будет вечером. Там кто-то будет из известных казахских артистов выступать, певцов, то есть петь. Ну, мы не знаем, кто, мы уже не дождемся. Поедем домой. Ну, вообще здорово. Здесь очень здорово. А вот здесь для маленьких деток. Всякие машинки, пожалуйста. Годик, полтора, детишки катаются. Здесь все серьезно, видите, полиция даже есть. Ой, здесь тенек, так хорошо. Такие джипы вон в аренде, наверное, да, вон дети катаются на аккумуляторах. И вот какой-то аттракцион интересный. Одеваешь очки, как будто ты... О, прикольно! Вот такое я люблю. Круто, круто. Аттракцион моего детства. Я помню, по детству я очень любила. Сюрприз называлось оно, как сейчас помню. Потом шея болит, голову хочешь оторвать, у тебя не получается. Но сейчас я уже не рискну. Мне кажется, меня сразу затошнит. Здесь гуляют вот такие ростовые куклы всякие. Это уже третью я вижу. Наверное, фотографируются с ними или просто, может быть, радуют детишек, не знаю. Но очень красивый, блестящий такой. Все фотографируются возле вывески. При входе в парк здесь вот такие вот клумбы красивые. Вообще оформление хорошее. И мне очень нравятся вот эти растения. Вот. На следующий год постараюсь найти и посадить. Они вроде бы однолетки, я узнавала. У нас в храме очень много таких растет. Ну, как всегда, петуния. И вот там уже ворота. А мы сейчас идем к памятнику. Карагандинский знаменитый памятник шахтерам. Сейчас идем к этому памятнику. Я хочу показать, потому что думаю, не все же мои подписчики бывали в Караганде. Хочу вам показать. Самый праздник будет, наверное, вечером, но мы вечером не сможем. Дом не бросишь. Хозяйство наше не бросишь. Да и мы уже не в том возрасте, чтобы гулять вечерами. Вот такой верблюд, вот такой чайник. Вон там виднеется дворец горняков. И вот он памятник. Ну, сейчас я обойду с той стороны, чтобы хорошенько вам его показать. Вот покажу вам центр. Вот там фонтанчик. Дворец горняков. Тут остановка. Вот он памятник. Не знаю, хорошо видно или не очень. Сейчас отойду подальше. Вот это памятник шахтерам. Правда красивый, да? У нас везде статуэтки такие продают. Все берут на экспорт. Кто куда едет, в общем, все покупают. Сейчас подойду. Покажу вам, как выглядит центральная улица города Караганды. А то я все окольными, да, окольными путями. Редко бываю в центре сама,
Ну, когда бываю, всегда стараюсь вам все показать. Вот так выглядит Караганда. Я бы сказала, очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Возле памятника всегда тусуются люди. Кто-то фотографируется, кто-то еще что-то. Вот так. Тут подземный переход на ремонте. Я сразу и не заметила. Все, а мы собираемся домой. Нагулялись от души. Фонтан я тоже 100 лет уже не видела. У нас как-то мало почему-то по городу фонтанов. Ну или может быть я не бываю в центре, поэтому вижу редко. Раньше возле ЦУМа, помню, был большой-большой фонтан. Бабушка нас все время водила на экскурсии. Такой фонтанчик. Чистый, аккуратный. Раньше всегда бросали монетки. Сейчас вижу, ни одной нету. Красота. Наша прогулка подошла к концу. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте мне лайки, пишите комментарии, смотрите мою рекламу. А на сегодня все. Пока-пока, до встречи!